Ребят, всем привет! Мы возвращаемся снова после перерыва к коктейльной ретроспективе. И сейчас я приготовлю вам классическую вариацию на коктейль Aviation. Понадобится джин, фиалковый ликер, маракуйя, чпунь и лимонный сок. Все это дело мы, естественно, делаем шейк-шейк. Вот такая вот охлажденная Никанора. И вот этот нежный цвет заливаем в нежный бокал. Цедра лимона. Пожалуйста, классическая версия коктейля Aviation. И сейчас я приготовлю нашу вариацию на классический коктейль Aviation. Нам понадобится вот такой хайбол, джин, который мы настояли на синем чае. Кордиал из кардамона. Жасминовая содовая. И, естественно, маракуйя. Все это дело мы перемешаем. Используем вот такой цветочек, чтобы исполнял функцию шпажка сверху. И эта конфетка будет отсылкой к конфетам взлетным. Мы используем вот такую печать. И все это дело мы подадим вот так. Пожалуйста, ребят, наша вариация на классический коктейль Aviation. И ко всему этому делу у нас будет подаваться вот такое блюдо от Александра Плеханова. Это перец падрон с томленым бобром. Вот, ребят, это будет первая наша вариация на коктейльной ретроспективе. В этот четверг мы ждем 6 вечера.